Так, давно мы ничего не крутили. Ну, почему? Недавно был мой позор с Альхайтамом. Ну, твой позор был, а я давно уже ничего не крутил, и вот сегодня наконец-таки вышла Дэхи. У меня сейчас 51 крутка, я надеюсь, за эти 50 я выбью Дэхи и ее сигну. На самом деле на нее мне осталось буквально на один раз нажать, и это будет уже она. Вот. А вот с этим надо прям вот постараться, чтобы повезло. Не знаю, последняя моя вот удача, вот, знаешь, это как черная полоска была в ТОФе, то а там я просрал, сегодня вчера выбил еще одну эту. Проиграл гарант. Так что здесь, надеюсь, повезет. Ну и поехали. Сейчас вот будет голда, да. И это должна быть она. Я очень на это надеюсь, на самом деле. О, отлично. Победа. Потому что у меня предыдущий раз тоже был выигрыш, и предыдущий тоже был выигрыш. Тебе сейчас треснут. У тебя Рейден Си3 с сигной, а я-то с сигной. За один баннер. Отлично. Колей кэшбэк. Колея кэшбэком, да. Магаз. Давайте купим вот... Нет. Что нет? Это не тот магаз. Мне и вот эту штучку потратить. А, ты блеск Да. сливаешь? Боже, я ошибся. Вот это надо еще купить. Ты меня до этого Ну и сердечного хорошо. ситуса довести Отлично, хочешь? почаще надо так делать. Выбивают тут без проигрышей уже полгода, наверное. Так. Ну Нина и Сенцю. поехали. На, ну, Катя. Давай возьмем. Как взять? Эль. Дай Беннет. Вот она. Какая она высокая. Ну да. Но она, по-моему, с каблучками. Такая она. Да, у нее каблуки. Итак, а теперь будем тебе выбивать пушечку. Пушечку. У нас 47 круток. Мы должны ее выбить. Мы очень хотим ее выбить. Мне по привычке уже хочется нажать пропустить. Вспышка во тьме, двурук, церемониальный. Нормально так. Еще один двурук церемониальный. Да что творится-то, а? Так а что мне с ними делать? Да у меня такого никогда не было вообще. Уже в это три оружейки там, я не знаю, в одном вот этом Ну вот нажатии. этот меч красивый. Вспышка во тьме, да. Между прочим, церемониальный двурук — это у меня первое оружие на делюке было. И как я кайфовала, когда Ешку можно нажать 6 раз. Кстати, у нее тоже там что-то с Ешкой такое. Я не очень понял, я сегодня проходил этот тестовый забег, и там тоже она как-то несколько раз, что ли, нажимается. О, еще один красивый меч. Это все в одной крутке, а не этот следующий. Вот следующий, да. Так, ну давай, надо прям уже вот Насколько у тебя тянуть. там было откручено? А, нисколько. Мне вот, по-моему, как тогда копье выбил, так и больше не крутил. Во, вот такого у меня лука, по-моему, еще нету. Ну, это из серии тоже Да. вспышку во тьме. Попыточек мало остается. Ну давай, не голда. Ну, у тебя там еще 7. Вообще же говорили, что за эти задания легенд, не за Да. задания легенд, дадут круточки. Ну, а я не знаю, когда и как это осуществится. Я вот Ну, а тоже. ты посмотрел всякие почты? Но нигде никакая кнопочка не горела. А, какой-нибудь... Розария. О, ни хрена себе. Блин, ну везет, ну. Кэшбэком. Она у тебя еще и C6. А, ну правильно, она же была, по-моему, в баннере Рейден. Такс. Так, тут уже 4. Это будет еще одна десятка. Да? Да. Да. Сейчас хочу посмотреть. Последнее это было когда? 19.02.
А, ну вот. Жатва. Это вон декабрь. Даже 15 нет. 12. И сейчас я еще сколько? 3 раза уже крутанул, да? И вот это будет 40. Итого 50? Нет, и это будет 60. Нет, да? Да. Ну, тебя, смотрю, тянет. Да. Оружейка но тебя не любит. Оружейка меня любит прям вот, да. Вот она, это вот, дать мне сначала копье, потом даст мне какую-нибудь дуру к делюка. Не, ну это фиолетовый, подожди. У тебя обычно бывает не так. А ты путь поставил? Да. Ну так, чисто пожи. Путь-то стоит. А путь надо было наоборот ставить, да? Почему наоборот? На копье, чтобы выпало первым это двурук. Не, ну вот это вот не надо, пожалуйста. Так. Все. Где-то еще, наверное, круток 20 надо. Или сколько там? Либо 10, либо 20. Ну, да. Ну, вот это было 60. Ну. Вот. Со всеми этими. Где? В книжечке, вроде как говорят, должны были добавить. О, вот оно. Жми. Жмяк. Орёт тут. Жмяк. Жмяк. Вот так вот и да. Блин, хорошо дают эти штуки для прокачки артов. Вот и оружие, баночки, и да. Баночки, и персонажи. И ну, хорошо. По чуть-чуть, правда, но тем не менее. Да. Ну, их вроде как около 20 должно быть. 20 что-то. 30. У меня, правда, не пройден Аль-Хайтам, и вот сегодня еще появился Дахья. Так что можно еще 2 получить. Но это задание архонтов, а не задание легенд. Это сюжет за сюжетку дают. А, сюжетный? Да. Окей. Сейчас посмотрим, сколько их. Ой, у меня тут закончилось. Все. Вот, и вот он висит у тебя Дайн, походу. Да. Коридирт, это вот последний квест, так называется. Итак, что у нас тут? Во-первых, где тыкалочка? А зачем у тебя? А мне горит кнопочка. Что надо нажать? А, она не отсюда жмется, она жмется из галереи персонажей, если не ошибаюсь. Все пропало. Угу. Так, здесь у нас ничего не дают, да? 50 молитв. Тут что-нибудь сейчас еще соберешь. Может быть. 6-й. Нет, а там смолу на 5-м дают. Угу. Это на 10-м дают. Ну и что, сколько у нас получилось? 20. Нормас была одна. То есть 19, то ли? Да. А что так? А где еще 3 потерялись? Либо на... О! О! Ну давай. Либо народ неправильно. Давай, 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 давай. Давай не как обычно. Давай вот, вот сразу то, что надо. Двурук. Двурук для Дэхи. Ее уточни. Сигнатурный дурук, двурук. Тебя другой двурук любит, уточни. Двурук сигнатурный для Дэхи. Есть. Ну, отлично. Слушай, ну вот я же говорю, меня ТОФ меня скамит прям по-страшному. Я сегодня посмотрю твои транзиты, я прям интригу. Вот. Там я вот 3 раза подряд могу проиграть 50 на 50. Ну, играть, да офигеть, конечно. Потому что когда я орала на Какоме, дайте мне голдового хила, я получила джин. Отлично, и осталось у меня 10 круточек на Шиньха. Угу. За 3 недели надо копить. Да. Так, я что-то прям заблудился. Что тебе надо? Да в персов зайти. Отряд, вот. Оружие сменить. Ну, кстати, отличный меч по описанию. Ну, да. Отдал ей уже все сменить. Да. Вроде бы. Сменить. Нет, да. Не отдал. Все. Отлично. Ну и самое главное, у меня сейчас стоит в печати фигурка Дэхи. Вот, и у нее Ешка вот 2 раза нажимается. Ну это вот тотем какой-то.
Ты зачем пугаешь людей? Все, у меня теперь есть свой дюлюк. No comments. Grats, раз и два. Офигеть. Так что у меня тоже красиво. Есть дюлюк. Все.